поле где-то уже железнодорожных путей люди увидели трех щенков. Идет ледяной дождь, и дорога как стекло. Водитель, которого мы попросили забрать их, не смог туда проехать. И люди, которые их увидели, временно приютили их у себя. Изолировали своих собак, а этим дали временно кров, еду, тепло и свою заботу. Пришло время расставаться. Малышей отвезли на передержку, где их ждут не менее заботливые руки. Вот эта девочка. Вот она такая, она немножко персиковая. А беленькие два мальчика.